В СК изучают запись камер наблюдения, на которой трое полицейских избивают Сули Юнусилау, отца двукратного чемпиона ММА Магомеда Юнусилау. От полученных травм мужчина скончался в больнице. ЧП произошло в Подмосковье. Согласно данным следователей, конфликт начался на улице. Трое полицейских применили силу. Сули Юнусилау попытался спрятаться в аптеке, но это не помогло. Уже в помещении они продолжили наносить удары прямо на глазах у фармацевтов. А на слова очевидцев о том, что они вызовут полицейских, ответили, что сами из правоохранительных органов. Да мы есть, мы есть, полиция, Потерпевший был госпитализирован и доставлен в больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, где спустя некоторое время скончался от полученных повреждений. Против полицейских завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и превышение должностных полномочий». Одного из фигурантов отправили под стражу, двоих под домашний арест.